Арина Подпорина пять лет. Я люблю играть в свои мягкие игрушки, потому что они очень мягкие и приятные. Мне, мне нравится немножко пополоваться. Я не люблю петь, потому что я стесняюсь. Я мечтаю полететь в космос. Просто мне любопытно, ну, интересно, что там. Когда вырасту, я стану учителем танцев. Боюсь змеи и тигров. Ух!